Ребятулики, всем привет, мои дорогие, всех приветствую на своем канале. Пришла вот такая посылочка. Сейчас мы ее сделаем ей чик-чик, обрезание. И посмотрим, что у нас там есть. Так, ребятки, вскрыл я посылочку. Вот здесь сразу так написано. Маленький презент. Это я люблю. Так, что у нас тут? Гривасик. О, шикарная, ребята, это гривна в штемпельном блеске. Обалдеть. Сейчас мы ее откроем. Да, друзья мои, ох, в штемпельном блеске. Посмотрите, какая кралечка. Класс. Это, кстати, такая монета, чтобы вы поняли, стоит от 50 до 200 гривен. Класс. Шикарненькая. Тут она вспотела немножко. Вот, смотрите. Обалдеть. Спасибо огромнейшее. Сейчас мы ее так вот аккуратненько положим в стороночку. Так, давайте. Смотреть. Здесь получается 670 монеточек. 670 штучек. Класс. Обалденно. Здесь 92-й год. Луганчанка. Итальяшки. Вот так они разложены. Значит, ребятки, я сейчас покупаю только 10-копеечные монеты. 2, 4 и 6 года. Так что пишите на Viber. Не забывайте, у нас есть уроки по нумизматике. В связи с тем, что сегодня огромнейшее количество людей по антиквариату, по урокам и нумизматике. Уроки индивидуальные, я не провожу коллегиальные уроки. Часто меня спрашивают, как вы проводите. Ну, у нас нету таких семинаров, там по 100 человек. То есть каждый день, в принципе, по человеку я провожу. Есть у нас вплоть до выезда на барахолку. Практикуем такие уроки. А так по вайберу великолепно, люди учатся и благодарны, все они понимают, все, в принципе, я объясняю как нормальный учитель. А вот по поводу монет, значит, у нас есть коммерческая линия с целью заработка, да, а есть по штамповка и по бракам. Вот, так что кому интересно, пишите, звоните. Вернее, пишите, звонить не нужно. Вайбер есть у меня. Ну вот, ребятки, такой вот великолепный презентик. 670 монеточек. Спасибо огромнейшее подписчику за такую кралечку. Она поистине шикарная, друзья. У меня, кстати, никогда не было в штемпеле. Это, я же говорю, что монета очень редкая встречается. У меня, не знаю, спрашивали раз, наверное, 20 по поводу штемпеля. Вот такой монетосик, обалденно. Спасибо огромнейшее. Подписывайтесь на Instagram и Facebook. С вами король нумизматики. Король всех бон. Император. И, конечно же, бог антиквариата. Золотой мальчик. Перекупщик.